Солянка – густой, насыщенный суп. Она бывает рыбной, грибной, но чаще всего мясной. Такую солянку готовят на мясном бульоне с добавлением самых разнообразных колбасных изделий. Любая мясная солянка – блюдо не только повседневное, но и праздничное. И пусть в свете последних тенденций здорового образа жизни, это блюдо не самое полезное, все-таки изредка в небольших количествах его можно есть. Солянка ароматная, сытная и очень вкусная. Что касается конкретного рецепта, то готовится она очень просто. А если вы заранее сварите бульон с курицей, то приготовление солянки займет минут 40. С огуречным рассолом соль в суп добавляйте по минимуму. Куриный окорочок – 300 грамм. Сосиски – 2 штуки. Колбаса сырокопченая – 150 грамм. Колбаса полукопченая – 100 грамм. Ветчина – 150 грамм. Огурец соленый – 1 штука. Лук репчатый – 1 штука. Томатная паста – 1 столовая ложка. Рассол огуречный – 80 мл. Подсолнечное масло – 20 мл. Лавровый лист – 1 штука. Соль – по вкусу. Перец черный молотый – по вкусу. Маслины – 10 штук, без косточки. Лимон – 0,5 штуки. Количество порций – 4-5. Подготовьте ингредиенты для приготовления солянки. Сварите курицу. Для этого выложите окорочок в кастрюлю. Залейте водой и доведите до кипения. После огонь убавьте и снимите пену. Варите курицу до готовности на самом минимальном огне. После можно бульон процедить. Репчатый лук очистите, помойте и мелко нарежьте, выложите в сковороду. Добавьте мелко нарезанный и натертый на терке соленый огурец. Выложите в сковороду томатную пасту. Налейте рафинированное подсолнечное масло и 50 мл. Куриного бульона. Накройте крышкой и тушите лук с огурцом на среднем огне 10-12 минут. Пока огурец с луком тушится, займитесь колбасой. Нарежьте сосиски и полукопченую колбасу. Выложите в кастрюлю с куриным бульоном. Также мелкими кубиками нарежьте ветчину, сырокопченую колбасу и отварную курицу. Добавьте эти ингредиенты в кастрюлю. А также лук с огурцом и томатной пастой. Выложите лавровый лист. Влейте огуречный рассол. Поперчите и посолите по вкусу. Варите солянку 15 минут и выключайте. В готовое блюдо добавьте маслины без косточки. Солянка с огуречным рассолом готова. При подаче в каждую тарелку выложите ломтик лимона.